Уже 1 декабря, и буквально через 30 дней наступит Новый год. А Новый год — это такая пора, когда люди дают себе какие-то обещания, какие-то новогодние резолюции и хотят измениться. Я же предлагаю вам сделать одну штуку, и если вот вы начнете делать прямо сейчас, то ваша жизнь уже изменится к 31 декабря, и в новый 2016 год вы войдете по-настоящему другим человеком. Итак, что я предлагаю? Я предлагаю лайфхак, который позволит вам навсегда избавиться от постоянных жалоб на окружающий мир, на вашу жизнь, и научиться искать возможности в том, что вас окружает. И для этого нам потребуется всего одна простая вещь. Нам потребуется вот такой браслет. Ну, не обязательно конкретно этот браслет, подойдет любой другой браслет. Просто в оригинале, в оригинальной этой идее использовался именно фиолетовый браслет. Уилл Боуэн предложил простую идею. Вы одеваете себе браслет на руку и старайтесь в течение определенного времени, скажем, 20 или 30 дней, не снимать его с руки. Фишка в том, что каждый раз, когда вы ловите себя на мысли, что начинаете на что-то жаловаться или о ком-то сплетничать, вам необходимо снять браслет с одной руки и переставить на другую. Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но штука заключается в том, что в среднем человеку требуется 5 или 6 месяцев на то, чтобы удержать браслет на одной и той же руке в течение 20 или 30 дней. Это действительно не так просто, но если вы справитесь с этим, я могу гарантировать, что в новом 2016 году у вас будет совершенно другая жизнь, и вы будете совершенно по-другому на нее смотреть. Здесь нет абсолютно никакой магии, и эффект достигается за счет двух вещей. Во-первых, за счет положительного мышления. Когда вы просыпаетесь утром, и вы точно знаете, что вам нельзя жаловаться на жизнь, вы начинаете смотреть на нее немного по-другому. Вместо того, чтобы видеть какие-то негативные вещи, вы начинаете смотреть на них с позитивной точки зрения, находить в них какие-то положительные стороны. Вместо того, чтобы просто жаловаться на то, что все плохо, вы начинаете стараться найти в этом что-то хорошее или найти какую-то возможность изменить это к лучшему. На самом деле, я проверял это на себе, это действительно так. Это полностью меняет ваше, ну не то чтобы мировоззрение, да, но восприятие мира это меняет. Это делает вас более гибким и настраивает вас на то, чтобы искать возможности, а не просто жаловаться на ситуацию. Второй момент, который определяет эффективность этого метода, это самоконтроль. Потому что вам необходимо контролировать свои действия и свои мысли. На самом деле, для большинства людей это будет очень полезным упражнением, потому что я уверен, что вы, так же как и я, довольно часто ловите себя на мысли, что занимаетесь не тем, чем вам следовало бы заниматься. Например, серфите в интернете разные статьи, которые, может быть, и интересные, и полезные, но не имеют отношения к вашей текущей деятельности, к тому, что вам сейчас надо сделать. И вот такое вот небольшое упражнение по самоконтролю, оно поможет вам лучше научиться контролировать себя и свое время. И в целом будет полезно по жизни. Давайте я еще раз скажу, что я предлагаю. Сегодня 1 декабря, и до Нового года остается 30 плюс-минус пара дней, в зависимости от того, когда вы посмотрите это видео. Я предлагаю вам найти браслет. Можете взять любой браслет, который вам по душе, или если вы довольно-таки хороши в рукоделии, сплести себе фенечку и одеть его на, скажем, левую или правую руку, неважно. Ваша задача – постараться удержать этот браслет на этой руке до 31 декабря. Если же вы в какой-то момент поймаете себя на мысли, что вы начинаете жаловаться, или вы видите, что опять начинаете о ком-то сплетничать, вам надо перевесить браслет на другую руку. Все очень просто. Даже если вам не удастся продержать браслет на одной и той же руке все 30 дней, просто сделайте это упражнение до конца года, и вы сами увидите, как поменяется ваша жизнь.